В разгаре внезапная проверка боеготовности в вооруженных силах России. Задействованные в ней подразделения, укомплектованные резервистами, сейчас совершают марши на несколько сотен километров. В назначенных районах им нужно разбить полевой лагерь с палатками для личного состава, столовой и медпунктом. По итогам, каждому военнослужащему запасу будет дана оценка, кому-то даже присвоят очередные воинские звания. Также предстоит выяснить, насколько техника и вооружение, хранящиеся на базах, готовы к переброске на дальние полигоны. Затем, как выполняются поставленные задачи, на юге страны наблюдал лично министр обороны Сергей Шойгу. Напомню, внезапная проверка боеготовности всех четырех военных округов начата на этой неделе по решению Владимира Путина. Мероприятие продлятся до 22 июня.